Круглый стол посвящен в основном проектам социальным. Это и пенсионеры, и молодежь, и малоимущие, и люди с ограничением по здоровью. Поэтому сегодня мы должны плодотворно поработать, разобрать эти проекты. Ну, давайте начнем. Кроме того, что мы занимаемся кормлением бездомных людей, ну и всем, кто нуждается в этом, у нас еще возникла необходимость в обустройстве офиса. Сейчас много лиц, которые прибыли из Украины и территории Донбасса. Они тоже обращаются за помощью, допустим, оформление инвалидности. Мы там прибыли, помогите, пожалуйста, собрать документы. И вы без офиса все это без время? Без офиса у нас дом добра, который мы снимаем на средства волонтеров. Большое нужно. Это здание, где мы будем размещать эту мебель, этот компьютер, где будут находиться, кому оно принадлежит и на какое право собственности, согласно такого договора, находитесь вы там. Вы большой молодец, вы кормите бездомных, вы ездите, у вас автобус есть, вы большие молодцы, без всякого сарказма. Но кто будет там заниматься, кроме вас, понимаете? Потому что вы не справитесь. Вот это нужно и образование иметь, и время, самое главное иметь время. Поэтому я вот экспертам высказал свое мнение, они уже решение приняли. Это мое отношение к этому проекту.